фигня себе. Какая она жесткая. Вот это хвоста. Любишь чистить рыбку? Ну да, люблю. Ну есть больше, да? Ну должен же кто-то в семье любить чистить рыбу. Ну если ты это не делаешь, а кто же еще это сделает? А знаешь что? Это вонь из головы, вот это, эти бактерии натекли. Да. Она ж не воняла, она ж не воняла. Да, она воняет, невозможно она есть. Она еще сверху лежала, когда сырая была. Наверное, все бактерии текли, вот это все. Давайте ну, выкинем. Пропарите хорошо. Я пропарила хорошо. Вообще, оно бактерии-то сдохнут. Фу, блядь. Ну понюхай. Просто понюхай. Она жарена. Клятина воняет. Тогда не надо есть его. Разломай мясо. Что сразу ютюб посмотреть? Ну, что не предложим сразу посмотреть ютюб? На самом деле, я-то и не думал. Так-то мясо, смотри, жирное и пропарьте вкусное. Пропарьте еще думаю. Раз. Пропарьте. Я ее парила, я не буду больше пропарить. Фу, я не смогу есть. Ну все, не ешь. Она воняет, пи***ц. Это же котика мне не дает. Ну все, ладно, этот, короче. Надо на самом деле, понюхай, да я не смогу. Друзья, это было фиаско. Причиной дурного запаха рыбы оказалась голова мурены, которую, оказывается, нужно выбрасывать еще на рынке, потому что мурена питается падалью, и в ее зубах копятся бактерии, которые впоследствии и переходят в мясо рыбы. А мы еще и отжарили эту голову. Ну, мы этого не знали, потому что готовили мурену в первый раз. Век живи, век учись. В итоге вся пожаренная с лучком и такая аппетитная с виду рыбка оказалась непригодной к еде, потому что дурно пахла, и мы ее просто-напросто выбросили, даже побоявшись дать ее нашим котикам. Ну что ж, в следующий раз мы уже не повторим эту нашу ошибку и будем выбрасывать голову мурены еще на рынке. Ну а на обед нам в срочном порядке пришлось отжаривать другую рыбку, летучую, которая, кстати, в этом виде очень вкусна. И мы, друзья, рекомендуем ее вам попробовать, когда вы окажетесь на настоящих Филиппинах.